Пленум Конституционного суда Азербайджана утвердил итоги президентских выборов. Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев заявил, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Судьи рассмотрели протокол Центра избиркома, отметили, что голосование прошло в соответствии с законом. Ильхам Алиев набрал 92,12% голосов, при явке 76,43%. Он избран на 7 лет. Выборы состоялись 7 февраля. За пост главы государства боролись 7 кандидатов.